ДТП в Бендерах. Водитель и пассажир в больнице. Все случилось накануне вечером. Volkswagen врезался в дерево. Спасателям пришлось доставать пострадавших с помощью специальной техники. Водитель в реанимации. У него перелом костей таза, вывих ноги и сотрясение мозга. Пассажир отделался переломом ноги. Сейчас в травматологии. По информации МВД, водитель превысил скорость. А это кадры из Рыбницы. Мотоцикл на заборе. Он столкнулся с серой Audi. Мотоциклиста увезла скорая. Он в травматологии Рыбницкой больницы. У него перелом руки, ссадины и ушибы. Пьяный водитель ударил милиционера. 30-летнему Анатолию Качкову грозит до 5 лет тюрьмы. Следственный комитет передал дело в суд. Все было в марте прошлого года. Неоднократно судимый Качков напился и сел за руль. Когда патруль остановил машину, повел себя агрессивно. Отвезли на медосвидетельствование. Там мужчина угрожал сотрудникам, ударил милиционера. На него завели уголовное дело. Тогда рецидивист сбежал из Приднестровья и вернулся спустя 1,5 года. Его арестовали, теперь ждет суда. С утра пила, а потом убила родного брата. Слободзейский суд приговорил Светлану Кравец к 8 годам колонии. Ее еще будут принудительно лечить от алкоголизма. Информация от прокуратуры. Все случилось 25 мая в селе Коротное. Брат с сестрой, ему 53 года, ей 47, жили в одном доме. Женщина выпила и пошла работать в огород. Там стала ругаться с братом. Тот тоже был под градусом. В итоге она ударила его кирпичом по голове, потом взялась за нож. Била в шею, грудь и спину. Более 10 ударов. Мужчина скончался на месте.